прямо сейчас я буду заботиться о вашем здоровье, а вы позаботьтесь о здоровье своих родных и близких, ведь это сделать, Марин, настолько легко, с полным комплектом для сна «Караван». Ой, Кать, как это здорово, что мы предлагаем целый комплект и одеяло, и подушки, потому что я слышала, что вместе надо выбирать. А здесь, ну, вы знаете, в рознице еще до новогодних праздников одна подушка стоила примерно 1500. Ну, какая, Кать, комплектация? Итак, полноценный комплект одеяла и подушки. Подушки у нас в двух размерах. Подушка у нас есть в размере 50 на 70, она в моих руках. И, конечно же, 70 на 70. Два размера, но я сразу хочу сказать, сегодня выбирать не нужно. По такой цене нужно брать сразу два комплекта. Итак, у нас широкая размерная линейка. Полутораспальный, двухспальный и евроразмер. Здорово! В полутораспальном размере вы получаете одну подушку, поэтому сразу берите как минимум двухспальный, а лучше евроразмер. То есть в полутораспальном одна подушка, а в двухспальном или евро вы получаете две подушки. Размер подушки 50 на 70 или 70 на 70. Это уже воля ваша, выбор ваш. Кать, теперь давай проверим, что входит в комплект. И одеяло, и подушки можно испытать. Абсолютно верно. И одеяло, и подушки. И наш комплект действительно уникальный. Какое воздушное! Это натуральная верблюжья шерсть. Фантастика. Но я хочу отметить, что этот комплект уникален тем, что у нас повышенная граммовка натуральной верблюжьей шерсти. А вот знаете, оно прям плотненькое. Посмотрите, она... какое толстенькое. Ну, воздушное, Кать, как будто бы оно облако. Посмотрите, вот оно какое, вот оно. Смотрите, какое толстенькое, при этом воздушное. А что же, как внутри там оно Внутри настроено? У нас натуральная верблюжья шерсть, которая и будет заботиться, что очень важно, о вашем здоровье. О здоровье ваших родных, о здоровье ваших близких. Потому что верблюжья шерсть, она славится своими лечебными свойствами еще с давних времен. Действительно, натуральная верблюжья шерсть, она, конечно же, уникальна. Потому что обладает рядом лечебных и целебных свойств. И это доказано уже даже нашими учеными, скажем так. С древних времен считалось, что натуральная верблюжья шерсть усиливает питание ткани, улучшает обмен веществ, нейтрализует вырабатываемые организмом токсины, оказывает омолаживающее воздействие на кожные покровы, помогает снять воспалительные процессы в организме, защищает от воздействия электромагнитных полей, помогает избавиться от боли при артритах, радикулитах и остеохондрозах, улучшает работу кровеносной системы, усиливая микроциркуляцию крови. Все, решено. Я прям после эфира ложусь и оздоравливаюсь. Вы представляете? То есть вот это, по сути, аптечка дома, она вся у вас в одеяле. Вы просто получаете свое здоровье. Да? Это какая-то фантастика. Я, Кать, вспоминаю, как бабушки искали, бабушки моей подружки искали пояс из верблюжьей шерсти. Он стоил 2000 рублей, но он действительно помог. А здесь целое одеяло. Вот это фантастика. Кать, хорошо, одеяло легкое, воздушное. Но блестит-то как, посмотрите. Оно... Да, блестит действительно уникально. Очень красивое. Потому что наш комплект, на самом деле, он уникален не только тем, что внутри натуральная верблюжья шерсть, но и тем, что такой комплект будет служить долгие-долгие годы за счет того, что у нас чехол из глосс сатина. Глосс-сатина. Это сатиновое плетение и серебристое тиснение, что дарит высочайшую плотность чехлу, а значит, наполнитель не будет выбиваться. Срок службы такого одеяла, вообще одеял из верблюжьей шерсти, составляет 7-9 лет. 7-9 лет! Мы получаем вот это долголетие, здоровье. Я знаю, что они у нас заканчиваются сейчас, эти комплекты, и еще и прочный. Кать, то есть получается, вот этот ланолин, этот ланолин, который внутри, он оздоравливает. Верно. Понятно. В одеяле, а как, кстати, я просто ложусь, укрываюсь, и он работает? Ты просто ложишься, укрываешься, и он работает. И чем еще уникально одеяло из натуральной верблюжьей шерсти, что оно дарит благородное сухое тепло. То есть вы ложитесь и
одеяло принимает температуру именно вашего тела индивидуально. Вот знаешь, Марин, как бывает, например, вот у меня мужу обычно жарко, а я наоборот, достаточно мерзлявая, скажем так. Но одеяло подстроится индивидуально под каждого и подарит благородное сухое тепло, которое будет оздоравливать ваш организм в целом. Но это еще на самом деле, Мариш, не все преимущества натуральной верблюжьей шерсти. Одеяло из натуральной шерсти. Так. В натуральной верблюжьей шерсти содержится ланолин. Это прекрасный антисептик. Благодаря этому в одеяле не заведется патогенная микрофлора. Стоп. А если вот, например, уже заболели, уже принесли бактерии, дети из детского сада, верно, из школы, или просто подхватил простуду где-нибудь в транспорте, то получается, я укрываюсь, и он что, убивает бактерии? Абсолютно верно. Бактерии не проникают ни в одеяло, ни в подушки. А благодаря этому, конечно же, быстрее наступает воздействие. Подушку хочу проверить. Давай, Мариш, ложись, проверим подушку, я тебе еще расскажу один очень важный секрет. Здорово. Так, кстати, у меня, Катя, сейчас нет подушки удобной, и я присматриваюсь. Все решено, я присмотрелась. Знаете, как удобно? Я не провалилась, и при этом она не жесткая. Фантастика. Марина, я тебе объясню, почему тебе удобно. У нас уникальный наполнитель внутри. То есть натуральная верблюжья шерсть, она в подстежке. А внутри у нас аналог лебяжьего пуха. Ай, как удобно. Благодаря этому подушка принимает анатомию именно вашего тела. За счет этого вы получаете правильное положение головы. Голова не проваливается, под шею валик. А когда у вас правильное положение головы, у вас правильное дыхание, у вас в идеальном состоянии позвоночник, и вы просыпаетесь с утра бодрые и веселые. Правильное положение головы у вас будет не только на спине, но и на боку в том числе. Не имеет значения, как вы спите. Ваше положение будет всегда идеальное. Вы получите крепкий и здоровый сон. И что самое главное, вы еще и будете оздоравливаться во сне. Ведь это подушка с натуральной верблюжьей шерсти. Но благодаря тому, что подушка у нас двухкамерная, то есть шерсть у нас содержится только в подстежке, срок службы такой подушки увеличивается, и за счет этого она еще и очень легкая. Что-то я хотела как раз спросить, удивилась, что она такая воздушная и не тяжелая, как камень, а легкая. Оказывается, вот в чем дело. Ну, смотрите, у вас правильная подушка, правильное одеяло, правильная забота о здоровье и, самое главное, правильная цена. Итак, Кать, разобрались с подушкой, но... Еще не все секреты. Так, ну вот знаешь, что мне интересно? Как ланолин работает в подушке? Одеялом мы укрылись, а на подушке... Вот скажи, бывает ли у тебя такое, что ты просыпаешься? Я думаю, что у всех бывают отеки на лице. Конечно, вот... ой, конечно. Особенно вот... на Новый год наелся селедки под шубой. Да-да-да. Вот смотри, ланолин, он еще уникален тем, благодаря тому, что это антисептик, он очень хорошо снимает отеки с лица в том числе. Ну и самое приятное, что натуральная верблюжья шерсть, ведь она обладает еще и омолаживающим эффектом. Ты знаешь, в Древнем Египте, в Древнем Египте египтянки, они обматывали себя натуральной верблюжьей шерстью для того, чтобы омолаживать кожные покровы. И я вот, кстати, не так давно, Марин, была у косметолога, она мне говорит: «Так, Кать, ты, конечно, молода и красива, но давай, говорит, будем сохранять твою молодость, поэтому необходимо тебе приобрести подушку из натуральной верблюжьей шерсти». Я, конечно, последовала ее совету, и вы последуете советам косметологов, последуете примерам, да, еще Древнего Египта, как женщины омолаживаете. Не нужно покупать дорогостоящие крема, вот залог вашей молодости. Как же ты вовремя с этим предложением: здоровье, молодость, красота и все это в комплексе. Вы просто спите. Треть жизни, но мы проводим на правильном комплекте постельного белья, служит аж 7 лет, высокое качество, прочность и самое главное, вот то самое здоровье избавляет от бактерий, продлевает молодость. Мы молоды, красивы, а еще это целый комплект.